Сегодня в Ижевской гимназии номер 56 раньше всех подготовка к выборам стартовала здесь, у кухонных плит школьной столовой. Повара печь пироги и ватрушки для голосующих начали еще ночью. Признаются, работы сегодня втрое больше. Выборы – это очень необычный день, трудоемкий, и нам приходится больше выполнять наши работы. Бабушки в основном ватрушки любят, дети – сосиску в тесте. Все по-разному. А в этом учебном зале тоже кипит работа. Здесь репетируют танцевальные и музыкальные номера. Концерт для избирателей уже традиция. Его подготовили ученики школы, участники местного фольклорного кружка. Мы готовились очень долго, каждый день репетировали. Мы покажем традиции наши, нашего народа. Под концерт и гуляние в гимназии проходит каждое голосование. Так здесь возрождают традиции советского прошлого, когда на выборы шли, как на праздник, целыми семьями. Конечно, очень важен пример взрослого для ребенка. И когда мы говорим о избирательной кампании, конечно, мы говорим о том, что если родители голосуют и показывают свою гражданскую позицию детям, то и, соответственно, потом, уже по достижении 18 лет, ребенок тоже придет на выборную кампанию. Вместе с ребенком показать ему, как нужно голосовать, чтобы он в будущем тоже пошел и проголосовал. Конечно, ждем перемен, чтобы было лучше, чтобы, ну, как... Что пишут, чтобы все исполняли. Чтобы было легче жить. Чтобы цены не чтобы росли. Чтобы цены не росли, чтобы жилье как-то немножко, да, у нас жилье надо направилось. Обеспечить. На участках, а их в школе три, все спокойно. Порядок обеспечивают наблюдатели и полиция. Серьезную атмосферу разряжают поздравлениями. Они для тех, кто пришел на выборы в первый раз. Участок открылся в 8 часов. Поначалу не больно активно шли люди. Сейчас поактивнее после 10 часов пошли. Ну, все в штатном режиме. Эксцессов нету. Члены избирательной комиссии отмечают, явка голосующих обычно становится выше в послеобеденное и вечернее время. Участки работают ровно до 20:00. Елена Обуховская, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».